Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, верховного жевжика планеты Земля. А значит, вы на канале Лёша Играет и тоже, возможно, являетесь жевжиком, кто вас знает. А смотрите вы продолжение партии Загорга, сетевая битва на 10 человек на карте Континенты. А вообще подробности в первой серии. Ссылка на весь плейлист в комментарии, прикрепленном и в описании к этому видео. Переходите туда, смотрите с самого начала. Спонсоры канала, кстати, в этом плейлисте все серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку. А вам всем приятного продолжение просмотра. Блин, сволочи. А, слушайте, я пройти тут могу. Так, ну тогда нормально пока. Я уже думал, все, хана. И вот он, золотой век. Так что, китайцы, ты не против? Если твой город поставлю, то не будет. Если у тебя прям места нет, ставь туда. Так, город. Астрология один ход. Ну, явно уже город, кто-то на... Еще и никто на пророка не читает. Возле серьезно? Вау. Нет, возле моей столицы. Так. Тут один город я поставлю, и через три... Я говорю, ну если у тебя нет мест, ставь туда город. Дело в том, что я даже твоей лояльности не вижу, а ты сюда город ставить собрался. Ну, пока я только в Коринфе, наверное, ну, поставлю кого-то, священку. Ниже, так, мне надо в гавани еще как-то... А для гавани мне надо две галеры. Вот я, наверное, следующим ходом меняю карточку на галеры и начинаю в спарте галеры строить. Я пока, видите, не вижу, где гавани, а гавани мне нужны. Чтобы... Фига он убился об меня сурово. Так, а тут мы не достреливаем, да? Так вот, я бы подошел, пускай она меня обстреливает, но зато я ее убью. Так. Валим. Тут тоже валим. Да, американцы территории. Ну, слушайте, у меня вот это вся моя территория, судя по всему, вот это все мне. Во всяком случае, так выглядит. Так, что мы тут меняем на кораблике. Тут пока все оставляем. И начинаем строить, собственно, галеры. Причем две штучки я сразу, наверное, построю. Ну, я, наверное, Окленд засою. Мне пока Валетта... Мне, правда, и Окленд не особо нужен, но зато... А, блин, надо было оставить на следующий ход. Затупил, что нам дают за это очки. Так, ну в Коринфе достроим уже рабочего и начнем... Ну, мы, наверное, в очередь поставим. Какой-то таймер большой. Я понимаю, что тут плюс 6, но извините. Блин. Ну извините, я это место лучше оставлю вот с рисом. Можно и прочим. Вырубить. Потому что, ну, занимать такое место священкой, где у тебя три науки, три веры. То есть это, считайте, вот те же три веры было бы плюс, но зато убирается еда, наука и вообще все. Конечно, лучники слабенько против морских, но немножко побьем. Угу. Ну тут будут терки храм Артемиды и Теминанки построили. Тут будут терки Вьетнам Америка. Хотя, конечно, на Вьетнам с таким количеством этих. Так, тут все оставляем, пожалуй. С таким количеством лесов. То есть Вьетнам может на Америку напасть. Вот это возможно. Ну и судя по тому, что у прогрессивиста мало
мало науки и культуры, у него не особо его способность там работает. У него при высоком престиже что-то культура от лесов вроде и наука от гор, от соседей, как-то так. И он, смотрите, он дальше сюда не пошел меня исследовать. Нету его... То есть они не знают, что тут Рорайма есть. И мне желательно тут побыстрее поставить город, потом сюда, и ко мне хрен кто пройдет. Пока они... Пока мы не засоюзимся, они, и они караваны не начнут ко мне отправлять. Да. Очень неплохо у меня тут. Но жалко, что гоплитами никого не захватить. Вот это, конечно, хотелось бы попробовать. А эти все в нормальный век вышли. Но у меня слишком шикарный старт, чтобы не выйти в золотой век. Так, ну я обработаю, пожалуй, этот рис. Торговый путь и Окленд лучника, блин. Лучника, конечно, не особо сейчас хочется уже создавать. Так, ну пошли тут дальше исследовать, наверное. А этот у меня по лесам? Да, по лесам. Тогда с этой стороны пойдем. Мир, так по поводу города, мы же договорились? Да, окей. Так, и два хода. Ну, трудовую повинность. Наверное, через ход переключимся. Трех варваров, а я что, не ускорил? Ускорил. Давайте откроем железо. Так, а сколько у нас стоит... Ай-яй-яй. А сколько... Чего я поселенца-то не купил? Я уверен, что я мог уже купить поселенца. В общем, я его куплю в Олимпии, несмотря на то, что, типа, у нас Магнус прокачан. Но я куплю в Олимпии, потому что тупо ближе. Или в Коринфе вообще. Наверное, даже в Коринфе надо покупать. Да, 90... А, ну я не мог. Или было, у меня 98 было. Мог купить поселенца прошлым ходом. Все, я мог. Далее. Я вот там... По реке, где мы с тобой встретились, хочу внизу еще город впихнуть. Тебе там нормально будет? Да, норм. Ну ты серьезно выкупил клетку, которую я только что собирался выкупать? Ну я ж не знал, что ты ее собираешься выкупать. И ну у тебя есть рот, чтобы сказать, ну, блин. Ну как и у тебя. Еще раз, два, три. Так, и два морских ресурса. Один мы уже обработали. Второе, наверное, какую-нибудь эту рыбу, что ли. Ясно, сидят там, чудо делят. А у меня чудо одно на меня, и никто не знает, что оно у меня есть. Е-е-е. Так, железо тут, я хорошо хочу, расположены. Так, галерки готовы. С заповедниками надо будет подумать, конечно. Так, кампус где-нибудь нормальный может быть? Нет, все на плюс один. Ну и священка соответствующая. Давайте, наверное, строителя пока. Или торговца даже сделаю. Торговца давайте. Так, а вот тут у нас строитель нужен. Блин, надо отложить пока политические философии. Политическую философию. Отложить. С лагерем, наверное, надо разбираться. Что он продает? Нгаумбембу. Ну, кстати. Это крутой юнит. У меня денег не так много. Блин. Сейчас Нгаумбембу мне по кумполу настучит. И я буду очень грустненький. Риф, конечно, не очень стоит. Тут всего плюс два. Можно будет. Так, политическую философию откладываем. Навигацию по звездам откладываем.
Ну и у нас очень долго священный... Ну что там, уже пророк кто-нибудь читает, наконец, да? Ученых? Фига себе, народ решил ученых ставить. А не религию, это зря. Ну, не то, во втором радиусе, у тебя в третьем. Ну, это ошибка. Вот люди почему-то считают, что кампус надо Это только если он у вас какой-то вообще супер, там, пупер, типа, на плюс 6, тогда имеет смысл. Ну, или уникальный район у вас, который быстро ставится. Понятно. Но во всех других случаях начинать и с коммерции лучше, и со священного места лучше. Так, чтобы ты поставил во втором моем... Блин, мне бы, конечно, рабочего... Давайте мы, может, в Коринфе купим рабочего за денежку. 85, как раз следующим ходом. И вырублю вот этот лес, чтобы священка быстрее была. Нет, нету производства в Коринфе просто. Тебя не усилять и забрать эту священку, это место. Какие, я тебя понял? Да что понял? Не, старт шикардосный, ничего не скажу. Так, может этим рабочим, пока тут строится, пойти... Подожди, а тут у нас будут какие-то ресы? Крабик только. Пойдем вот этот рыбку обработаем. Просто не сказав ни слова, выкупить второй радиус, ну, я считаю это грубостью. Так, а он сможет проатаковать моего лучника? По-моему, нет. Вот тут, несомненно, надо отойти. Может, пошли еще лучника на помощь? Тут-то мне уже... Тут явно не будут появляться варвары никакие. Блин, тут не пройти, пока постоим. Валетту можно будет засоюзить. Так, видите, нам вот эти... Клетки стали производство давать из-за... Подожди, а вот на янтарь, походу, не работает. Подожди, я что, янтарь не обработал? Не, рыбацкое судно есть. Странно, как-то... Как-то мало он всего дает, конечно. Так, ну нам бы... Нам бы еще гелик, ну, илян, причем вот в этом городе. Ну, кстати, с таким количеством камня тут вполне гелик можно будет построить. Причем его надо будет строить вот на этом камне, потому что гавань у нас будет здесь. Я бы самому, конечно, меточки... Ладно, все-таки убил. Да. Ну, что-то я думал, Нгаумбемба на две клетки ходит, а не на три. My bed, my bed. Ну, моя кровать. А, может, из этого города, кстати, отправим караван как раз. Из Афин. Ну, тут стоим. Я не могу атаковать просто его на территории Валетты. О, шумер еще у нас на континенте. Так у тебя тут место в разы больше, чем у меня. Ну ты видишь, какое это место? Так, я хотел тут этого купить. Помойка и равнина? Строителя. Хорошо. Торговца готов. Торговец готов. Давайте еще строителя я делаем пока. Слева от стольни моей там встает 1-2 города, дальше Рим. Так, Рапануи встретили, тут стоим, Хай убивает меня, ну сейчас он убьется от меня больше, так, Олимпия, а, денежек нету, зашибись, тогда ждем. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей.
Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Ну тут вообще не плотненько. Конечно. Так, сколько у нас следующий посел стоит? Ну, должен был 95, да? 105, по идее, должен стоить следующий. Блин, буря так еще прошлась. Ну, вроде ничего не сломало. Кстати. Не понял, он даже не убился об меня, куда-то свалил. Этот Нгаумбемба. Тут пока полечимся. И тут галера свалила. А, давайте я вернусь, полечусь. Блин, надо деньги у кого-то попросить. Мне гавани надо быстрее открыть. Сорокет. Мне не хватает 23. Вьетнам предложение, верну 25. А если не вернешь? В смысле, почему, как я не верну? А так можно делать? Ну, можно, конечно, типа, это не запрещено, но это, да, типа, один раз обмануть, чтобы что. Давай янтарь мне дашь, и потом обменяемся. Не понял. С следом янтарь, он у меня один. Ну вот, ты мне потом 25, а я тебе янтарь. Или алмаз. Ну, ты знаешь, у меня уже 20, ты мне уже, типа... Ладно. Что-то, по-моему, кто-то немножко зажидил. Ты точно на Вьетнаме играешь? Ну, тебе надо еще. Я просто думаю, что Израиля у нас нету в игре. Американец. Верну 20. Ты хотел сказать? Ебать, торга 60. Если 25, то дам. Ладно, я понял. Поторговали. Блин, я теологию просто так открыл. А, ну, с другой стороны, у меня тут нечего было. Да, я трудовую повинность не хочу. Хотя правительственная площадь... Вообще надо подумать, где правительственную площадь ставить. Я, наверное, оборонительную тактику лучше открою. Железный рудник как раз. Блин. Блин, блин, блин. Бля, а чё я святилище строю, когда надо проекты читать на... О, слушай, тут две лошади. Вот мы их сейчас обработаем, кстати. А, у меня нету денег на выкуп клеток этих тупых. Я забываю все время. Так, тут надо читать молитвы в священном месте. Здесь железо обработано. Ну тогда тут рудник поставлю, что как-то производства совсем мало. Не знаю. И, может, скаутов, кстати, на автомат? Да я думаю, ты догадываешься, кто. Обработку железа и ученичество ускорили. Так, с
Сколько у нас стоит посел? 115 все-таки. Значит, плюс 10. Плюс 20, а не плюс 10. Ого, колесницу ВГшек. Нету там ничего. Это надо. Блин. Ну, он сейчас сама присоединится. Ладно. Не то, что там вот гавани срочно прям так нужны были. Пример, тебе есть с кем торговать? Ну что, Валетту засоюзим? Мне тоже. В принципе, она не надо, но на будущее пускай будет. Я точно хочу Окленд и Валетту союзить. Точно мои ГГшки должны быть. Прям очень важно. Ого. Так, слушайте, надо как-то вот так сделать. И так сделать. Хрена себе. Блин, нафига сюда влез. Что это за... Они ж не на меня. От шумера далеко? Или на меня просто пойдут. Это явно вообще. Скаут не от я меня пришел, скаут, сообщил им. Пришел, это он меня нашел. А. Я рядом с ним. Настолько. Блин, просто ты прибежал ко мне с его стороны, типа, и я вообще не понял. Как так произошло, что вы не встретились до этого? Как-то места мало очень. Очень, да. Блин, знаете что, давайте, наверное, нам надо открыть, поставить на рабочий, на поселенца все-таки карточку и повырубать вот этот все, то есть одного мы потом как-нибудь купим, но нам надо и строить поселенца. Древние стены. Наверное... Хотя там у нас есть что обрабатывать этими. Я купи эту клетку еще. По-моему, сейчас будет захват. Я откладываю производство. Так, давайте глянем, они еще кого-нибудь встретили. Еще кто-то у нас есть. Это я говорил с этим, чтобы потом не было опять недопонимания. Ну, я тебе про это и говорил. Блин, возможно, минус я скаут. Два лучника, да, должны убить. Блин, что-то фига я сюда влез. Уже двух скаутов потерял просто так, ни за что. Чисто потому, что надо было на одну клетку ходить. А не, слушайте, да нет. О, выжил, кайф, так, зашибись. Сколько ходов? Так, сможем ли мы этого парня завалить? Просто у этих Нгао Бемба, у них бонус при стрельбе из лука по ним. Да ладно, нет. Ну, писюн конголезский. Нет, минус лучник. Факин щит просто. Так, тут сразу гавани начинаем. Что я хотел поставить? Поселенцев. Эфиопия сделка. Так, посел. Вырубаем. Строим. Блин, как жалко-то лучника. Так, на автомат надо ставить. Я уже просто не успеваю скаутами ходить. Надо, привет. Не знаю, где мы встретились. И эту на автомат. Не знаю, я не двигался вообще. И этого на автомат. Так. Я Лян возьму. В Афины. Открываю оборонительную тактику, потому что у нас вряд ли будет ускорение на нее. Блин, как жалко. Ну, чуть-чуть не добило, но это просто трындец. Давай, не убивай. Фу. Фу. О, вот где мы встретились.
Висячий сад. Все там чудеса строят. Так, пока тут постою. И этот у нас пойдет... Ну-ка, это вот сюда, наверное. Так, ну давайте еще поселенца. Может, больше стоит? 140. Блин, может, все-таки пока подержать на... Так, два заряда, один заряд. Но этим точно будем вырубать где-то тут. Давайте подержим... Хочу за веру купить поселенца, а потом уже вырубить. Так что тут что-то надо построить. Тоже гавань. Пока 5 ходов. Так, инженерное дело. Судостроение. А, подожди, так у нас судостроение, да. Так, здесь этих лошадей. Здесь поехали с камнем разбираться. Декларация дружбы с Америкой. Почему нет? Не думаю, что он там что-то делать будет. Кстати, могу просто за веру стены купить, например. Но сейчас мне нужна вера на поселенцев. Блин, уже 3 религии основано. Кайф. А выглядело так, как будто никто там ничего не читает. Но у меня очень медленный город Каринф. Из-за этого мы тут... Блин, у меня юнит забаговался, он не хилится вообще. Так, тут стоим, ждем... Как построим гавань. Пока камень не хочу вырубать. И надо решить еще с... На смене эпох. С правительственной площадью. 3 минутки сделаем первую, правильно? Да. У меня просто 21 наука, не делая ничего. Так, Вьетнам, а зачем ты это сделал? Я не видел. Чего ты не видел? О чем? Валетту я зачем ты перекупил? Почему валетта есть на карте? Ты даже не перекупил, просто 3 посла туда отправил. Да, кстати, там у Вьетнама военный лагерь, и у него полководец набивается. Ставлю на то, что он на кого-то из вас будет нападать. Америка и Шумер. Я думал, со мной он дружит. Да, настраиваешь так? Против меня. На место поставим его. Ну это очевидно просто, очевиднос. А, тут нету холма, слушайте, кстати. Может это тогда не вырубать? Так, это в какой город пойдет? В Афины. Ну, вырублю здесь. Здесь тоже священное место надо будет ставить. Не знаю, Пенгалу в Каринф пока. Или Мокшу вообще, чтобы там сильнее влияние. Давайте пока Пенгалу.
Мир, я к тебе буддизм разнесу. Осуждаю буддизм. Не можешь. Блин, я уже мог купить, по-моему. Спасибо. Вот это мой союзник на всю. Поселенцы. Город можно, религию можно. Ауч. Можно. Больно. Это до первой войны, все нормально. И что, и меня убило скаута в Коринфе, прикиньте, наводнением. Кайф. Да не, я не думаю. Кому нужны города в тундре? Не, ну это прикол, конечно, от... Но он перекупил, чтобы производство на военные юниты увеличилось. У него 21 сила. Когда он собирается их строить, непонятно. А чё, мы людей сразу берем великих? Да, не пропускаем. Окей. Уже 4 религии. А сколько их всего? Еще 2 осталось, блин. Ну это, я так понимаю, что уже кто взял религию, у него тут так набито. Да, слушайте, я сейчас могу без религии остаться. Ага, Канада у нас. Еще один. Ну, вот нас 5 на континенте. Канада, Шумер. Теодор Рузвельт, прогрессивист и Вьетнам. Блин, больно. Факт, что у меня сейчас еще будет минус. Ой, какая красивая женщина пожаловалась. Хочешь, покажу мое копье? Так. Я так понимаю, дама с сюрпризом получается? Ну, получается. Так, Вьетнам, будешь моего поселенца захватывать? Или можно... Просьба была. А? Я не услышал ответ Вьетнама. Нет, нет. Не будешь, да? Ну, может, мне тут поставить город просто, на этом лесу? А ты куда его видишь? Какая тебе разница? У нас какие-то проблемы с расселением? А? Не знаю, у тебя справа просто такая территория. Ну так и справа веду, я ж не к тебе веду его куда-то вверх. Слава богу, пока успеваю ходить. Да, я, наверное, тут поставлю. Кажется, надо где-то вот здесь делать правительственную площадь, типа ромашка. Типа ромашка. О, не убил, слава богу. Так. Ну почему они ко мне лезут, а не к Вьетнаму и американцу, например? Ого, тут уже влияние почему-то высокое. Так, Греция у нас будет православию, наверное, поклоняться. Так,
Все чудеса света. Ну, давайте, наверное, религиозное сообщество возьмем. И... Гурдвару. Блин, эти варвары — это просто кошмар. Так, это точно к Спарте относится. Проверять всегда надо. Так, и тут, пожалуй, святилище достроим. Так, ну и нам надо в гоплиты и в Акрополь выйти, я думаю. Гоплиты, точнее, у меня у нас уже открыты, а вот Акрополь нет. Чудо света, правда, требуется. Но, наверное, без чуда обойдемся. Я не вижу, какое мне тут можно построить в ближайшее время. Подождите, а где... А где моя вторая галера? Прикол, подождите. А, на автомате она у меня плавает, точно. Тоже не... Надо убрать автомат. Так. 47 очков влияния. Спасибо. Нет, он увидит Рарайму тогда. Ну и тем более он мне деньги не дал когда-то. Чё мне ему? Мне проход через него не нужен, например. О, слушайте, а вот тут, кстати... Раз, два, три. Тут, по идее, может ГГшка появиться. Я бы, кстати, не против был вот тут от этой ГГшки. В принципе, это нормальное... Хватит ли мне до конца эпохи накопить еще на одного поселенца? Наверное, да. Наверное, да. Ну, ты собираешься там ставить город? Я вот как раз таки собираюсь. Сейчас покажу, где. Вот, глянь. Ну давай ни тебе, ни мне, ты на 1-3 поставишь, я выше. Куда поставлю? На деревья с холмами. Так, сюда не проплыть пока. Блин, а вот тут еще Вьетнам может пролезть. Мне бы вот эти клетки выкупить. И вот эту, да? Чтобы рара ему не видели. Ты не заселяешь. Очень много места у тебя. Потому что там нет никого. А, то есть в первую очередь нужно в сети веселиться, а потом в сторону, да? Ну, конечно. То место никуда не денется. А тут тебя могут подселить.
Так, ну считайте, сейчас мы Акрополь откроем. У нас 8 очков есть, но что-то не выглядит, что мы в Золотой век пока успеваем. Просто еще никто не построил там. Может, мне тут где-то поставить город, кстати? Кого никто не построил? Ну, по сам. Песчаного змея вы там задушить не желаете? Немножко подушить его. Это вопрос к Вьетнаму и американцу. Мне он не мешает. То есть там никто город не планирует ставить, что ли? Кстати, водяную мельницу можно построить. Или засоюзить Валетту и купить. Не, ну блин, еще вера мне на еще одного поселенца должна хватить. 180. Такой ученый идет, а? А, я пролистнул, блядь. Выкупают уже. Так, религии все основаны? Нет, еще одна. А кто на нашем континенте основал? Ну, Канада, скорее всего, 100%. Я думаю. Да, Канада, буддизм. А, все только Канада. Это я хорошо, что я религию взял тогда. Ну, у него там явно соседство с тундрой просто. И трудовая дисциплина, да. Не знаю пока, где город ставить. Возможно, кстати, на озере прикольно. Потому что, видите, там уже лояльность. Хотя можно тут поставить и на озеро еще один город. Я думаю, что вот тут мне надо тоже город поставить. Вот где за это... задувает. Странно, Вьетнам даже армию не строит вообще. Зачем тогда он союзил Валетту и военный лагерь ставил? Ну, вообще, с Грецией тягаться по апостолам. Сейчас начну Акрополис строить, у меня же апостолов будет немерено. Так, вот здесь надо собрать сначала. Или здесь Акрополь, кстати, ставить. И вот тут сделать ромашку. Вот в этом месте. Девять ходов, потому что производство ушло с этого холма. Да, вот, конечно, Акрополи на холмах хреновые. Ограничения, потому что, например, в Афинах я вообще без Акрополя, например. Кстати, у меня алмазы на продажу, надо кому? Блин, у всех алмазы. Прикол. Ну, думаю, ставить тут. Наверное, надо ставить. Тут еще место останется для города.
Когда уже эра закончится, господи. Вообще тут промышленное можно будет сделать. Может реально Акрополь сюда? Хотя тут и кампус. Ну, плюс один всего. А Акрополь плюс три даст. Ладно, давайте. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас в плейлисте. Ссылка на него в описании и в прикрепленном комментарии. Для всех остальных оно появится завтра. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.